11 числа приобрели всеми нами любимый хлеб СССРского хлебокомбината по названием «Хлеб крестьянский». И сегодня, 12 числа, ребенок при открытии хлеба решил сделать бутерброд, но у него это не удалось, потому что в хлебе она обнаружила вот какие-то вот такие ингредиенты секретные СССРского хлебокомбината. Вот, не знаю, что с этими даже будем делать. Пойдем, конечно, на экспертизу. Ну и будем решать вопросы. Будьте бдительны, люди, покупая хлеб СССРского хлебокомбината.